Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Сойду, врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, зрители, подписчики. С вами, как всегда, Колян Тепловозыч и мой главный попутчик в трак-симуляторе Виталик. Всем привет. И это уже второй сезон, ребята, мать его, по мать его, Евротрак-симулятору 2. И сегодня, ребят, мы с вами на КамАЗе из сериала «Дальнобойщики». Ставьте лайки, смотрели этот сериал. Поедем, ребята, в Россию. Вот, я установил пару модов, ну как раз их ровно два, это КамАЗ из дальнобойщиков и русская карта, карта RusMap, ссылки на КамАЗ и на карту будут в описании под этим видео. Чё это за звуки? Это ворота закрывались. Какой-то гей врезался в мой КамАЗ. В общем, ребят, единственный минус: нам для того, чтобы попасть в Россию, нужно через Скандинавию проехать, и первый груз будет у нас в... не помню, в какой город. Да, Виталик с нами не едет. Этот сезон будет весь полностью в одиночной игре, потому что эти два мода, к сожалению, огромному, не стыкуются с сетевой игрой. Коля, ты в Калугу едешь? Нет, я не в Калугу. Я пока только в Скандинавию, в Калугу я не стал брать, это очень далеко, я только до Питера прокачусь. И, в общем, ребята, в этой серии, ну или, может быть, в двух частях, я, ребята, отправлюсь в Санкт-Петербург. Блин, поворот просрал. Свой родной город мы едем. Ты чё, я же из Мухосранска. Ну ты из Мухосранска, я из Мухосранска. Так мы в твой родной город едем. И, короче, ребят, вот такой вот второй сезон и второй раз вот такое идеальное начало. Вот теперь я поворот просрал и тут корячусь. Да, конечно, КамАЗ в Праге — это как-то очень странно, ребят, но... Чуть-чуть не нравится, а вдруг
Ты этот дальнобойщик самый настоящий, который приехал в Санкт-Петербург. Много ты видел дальнобойщиков, которые в Прагу? Одного. Это я, да? Да. Ну вот. Других таких придурков не нашлось. Ты себя считаешь придурком? Нет. А какой из прицепов мне нужен-то? Ты с грузом едешь? Да. Только у меня что-то не отмечается. Лицо. Зачем тебе это? Так интересно. Опять врезались? Так. Все-таки врезались. Не врезались, это я прицепился не очень удачно. Да, в общем, я сейчас еду в город Нинашам. Да, вот еще у меня, кстати, играет теперь музыка из дальнобойщиков в игре. Вот, может, кто-то слышит в меню паузы, но очень тихо. На самом деле, я даже переживаю, потому что за эту музыку могут у меня проблемы быть в связи с авторским правом, хотя на заставке так будет. И, в общем, вот, ребята, мы с вами отправились в какой-то в порт, с которого мы потом прибудем в Санкт-Петербург, ребята. Куда? Дорога серою лентой вьется, залито дождем смотровое стекло. Пусть твой грузовик через бурю пробьется, я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Не страшно тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось, любимой, плакать, крепче за баранку держись, шофер. Ветер за кабиною носится с пылью, слева поворот, осторожней, шофер. Как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось, любимой, плакать, крепче за баранку держись, шофер. Пахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет в перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось, любимой, плакать, крепче за баранку держись, шофер. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось, любимой, плакать, крепче за баранку держись, шофер. От такого лица играть? От первого или от второго? Второго. От первого в дождь играть фигово, потому что капельки на лобовом стекле не стираются. У тебя гроза.
Так ты сделай вероятность осадков на 0 поставь. Ну нафиг, пускай реалистичен будет. О, кстати, спасибо, что напомнил про настройки, я же совсем забыл. Коля, я тебе не советую ездить в этом American Truck. Там менты ездят. Мне нормально, я не такой злостный нарушитель, как ты. Вот что ты мне карьеру испортил, да пошел. Ты мне? Но не сидишь. Давайте вероятность осадков все-таки чуть-чуть пониже сделаем. Вот так. На ноль. Нет, на ноль. На ноль, я сказал. А то, что ты сказал, это ничего не значит. Это значит то, потому что... Коля, я... Куда? Да ёбка. Что-то я совсем с управлением уже запутался. Давно не играл. Вы Колю не пускайте за руль, пожалуйста, а то он еще до права не сдал. Что? А блин, мне 15 лет, что ты хочешь? Если бы мы жили в Америке, в штате, где с 14 лет права, то у меня были бы уже права. А так мне надо 18 лет дождаться, что ты хочешь-то? А я-то уже права получил, а ты да их купил. Да не пизди, ты нихера их не получил. Тебе 18 нет, как ты мог получить права? Ты их мог только купить как раз. Я в GTA их получил, а вот ты их раз и купил. GTA это нереальная жизнь. Ты купил в GTA. Потому что мне предлагали, это было выгоднее, чем сдавать на них. Сдавать надо было 1000 рублей, а купить 500. Я деньги сэкономил, давай тысячу, понимаешь, обратно. Я деньги экономил. Мою тысячу обратно, давай это я тебе дал, чтобы ты права получил. И в жопу. Тысячу. И в жопу, давай. Я на том сервере даже не играю больше. Предатель. Алкаш-голик. Алкаш-голик? Алкаш-голик, это вот как ты говорил, сказал не алкоголь, а алкаш-голик. Я не сказал алкаш-голик, ты... я сказал по-другому. Нет, ты в тот раз сказал, это не было в видео, но вот помнишь, ты сказал алкаш-голик? Я не алкаш-голик, я по-другому сказал. Ну, алкаш первое было, но я другое сказал. Нет, ты сказал алкаш-голик. И сам угорал над этим. Я угорал, потому что я другое сказал. Но я не говорил, а что ты алкоголь. Я не помню. Так может ты не помнишь то, что ты сказал именно алкашголь? А может ты не помнишь, что я не сказал, что ты не помнишь? Хватит мне мозг выносить. Интересно, а русский трафик будет? Как это странно. Со вкусом пива? Вкусом рыбы. Не, помнишь, как у меня в прошлом сезоне квас со вкусом пива? Ой, да где-то... Блин, у меня какие-то поворотники тусклые, я их вот третьего лица, я вот так ездил, я всегда видел свои поворотники, а здесь я их не вижу. Все, удаляй мод быстро. Иди в баню. Мод очень здоровский, есть, конечно, несколько очень-очень мелких недочетов, которые... Ну блин, ну фигня полная. Из-за которых надо удалить. Нет, это как раз дополнения, которые не являются поводом для удаления мода. Блять. Китайцы всякую хрень придумают. Чё твои китайцы? Чем тебе китайцы не угодили? Да они у меня под кроватью уже. У тебя под кроватью китайцы, что? У тебя под кроватью китайцы живут? Да. А, ну правильно, у меня в соседнем купе живет итальянец, у тебя под кроватью китайцы. Нормально, ребят, мы за дружбу народов. И помнишь, да, у меня же в соседнем купе тоже итальянец живет. Иногда в гости ко мне заходит. Коля, тебя твои подписчики видели? Не? Да. Мы же в Тёсово день рождения снимали, там же полюбас у меня был. Там ты был без очков. У меня есть фотография, где ты с очками. А как ты ее на мой канал закинешь? Сообщение? На канал. В комменты. А, я могу твой коммент удалить сразу.
а я ночью скину. И что, ночью все спят? Ну, а утром ты в школу идешь, ты не сможешь врубить комп, чтобы проверить это. Я могу с телефона зайти, это 5 минут. Точнее, 1 минута. Фашист. Ох. Ну давай, проползай, мне сейчас поворачивать надо. Говнюк. Вы что, издеваетесь, народ? Коля, открой дверь, я пойду домой. А, мы ж в Питер еще не доехали. А, да, Виталик просто типа в РП, типа он вместе со мной в машине сидит. Нет, нахрена я тормозну так сильно. Что у меня там поворот? Да тебе, надеюсь, ты себе шею свернул. Нет. Просто немножечко так замедлилась фура. Ну все, короче, ребят, Виталик типа вместе со мной едет. Все поняли. Виталик, возьми груз, тот же город, который я по приколу. Мужчина, вы кто? Кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. А чё у меня дополнения а этого какого? Нет? Россия. Так может кто оно у тебя удалилось? Чё, дурак что ли? Кто дурак? Да, ты про кого спросил, что ты дурак или что я дурак? Ну кто у нас еще может? Ты? Ты обурел, Алёша? Нет. Да. Валя. Виталик. Слушай, как ты дополнение скачал? Я же тебе ссылки в ВК прислал, откуда скачал. Да, это я понял. А как ты запихнул так, чтобы они работали? У тебя в документах есть папка Евротрак Симулятор 2. В ней есть папка мод. Если у тебя этой папки мод нету, сам создай и напиши именно мод английскими буквами. Мне кажется, что я сейчас не доеду. Мьет? Мод. Только по-английски, разумеется. А, ю. А, в эту йод, папку понятно. Закидываешь просто все скачанные моды. Ну ты их из архивов распаковываешь и скачиваешь именно в файле SCS. Вот. Понятно. И пишешь йод. Это самое. Потом, когда заходишь в игру, у тебя там при входе есть такая кнопка модификации. Вот когда профиль выбираешь, у тебя слева, справа будет кнопка модификации. Вот там нужно выбрать. Надо туда нажать, у тебя там будут модификации, надо их всех переместить, там выбрать, короче, разберешься. Надо их, короче, включить. А как тебя это, как оно там, тебя это, как что? Тебя это на... Коля, да? Нет, Иваныч. Иваныч? А, Иваныч, а ты будешь со мной кушать? Я уже боялся. Это как так, да, это как так, а, да. Санёк, ты чё, обкурился? А, нет. А так ты будешь со мной? Нет, я тебе говорю. Тем более я за рулём. Это как? Блин, сейчас скорее бы дождь кончился. Я хочу реально от первого лица поехать, но вот, ребят, в дождь, опять же, здесь... Капельки не стираются, от первого лица ни черта не видно. Вот я могу вам показать. Вот. То есть не стираются капельки, я очень плохо из-за этого вижу. Поэтому я сейчас от третьего лица еду. Вот не знаю, когда гроза закончится, я обязательно поставлю третье лицо, но вот только... Я вроде вероятность осадков снизил, но пока... Ребята, давайте все вместе побьем Коля. За то, что он не умеет водить машину. Докажи. Ребят, вы смотрели предыдущий сезон по трак-симулятору? Если да, то вот напишите, кто из нас тут лучше водит, я или Виталик. Я хотя бы настоящую машину вожу, а не виртуальную. Не звезди, ты настоящий не водишь. Тепловоз ты водил, согласен, я тоже. А про машину звезди... Я паровоз водил. Ты тепловоз не водил, но я на самом деле водил самый настоящий. Где ты водил тепловоз? Блять. Между Питером и Москвой забыл как. Блять.
Сапсан что? Сапсан что? Какой нахер Сапсан? Ну да, тебе не пусть, дебил. О, ВЛ-10. У тебя аж почки отказали. Ну ты ж Михаил Михайлович. Я не Михаил Михайлович, я Федор Иванович. А у Михаила Михайловича почки отказали. Ну потому что пиво просроченное кто-то налил. А потом еще оказалось, что диспетчер с его женой спал. Не только диспетчер. Все депо. Пол депо. Да, все депо. Как же он все депо-то этим ключом-то не убил? Хороший вопрос. Нет, меня больше всего прикалывает, это сколько у него должно быть ключей вот этих? Если он за одну поездку штук 20 в окно выбрасывает. Да он наверняка их под сиденьем прячет, как мне пивасик. Мне кажется, там отдельный вообще, это отдельное отделение должно быть. Отдельное отделение, ребят, нормально. Отдельное отделение. Все хорошо. Да коли просить. Он просто дурачок. Нет, я не большой. Дурачок, в отличие от Виталика, я просто немножко перебухал. Этому алкоголику не дала девочка. Жопу, наркоман гребаный. Алкаш-голик. Смешно. Не сам же смеешься. Потому что смешно. Ты же сказал не смешно. Да я запутался. Сто пудов алкаш-голик. Алкаш, ты сказал? О, слушай, а ты можешь засмеяться смехом помощника Михаила Михайловича? Как он смеялся? А? Как он смеялся? Ладно, да. Вот так, что ли? А какого именно? У него там много первого, было помощников. Первого, главного самого. Которого... А, там же старый. Смотри-ка, в одного попал, все-таки. В одного попал ключом. Так это осталось только депо и диспетчер. Не только. Не Гота он долбанул, а этого. Нет, Педика он просто кулаком в морду дал. А ключом он Гота долбанул. Да. Разве? Пересмотри, Михаил Михайлович. Пересмотри. Ты все забыл. Я смотрю, ты уже выучил. Нет, я просто сегодня, пока пытался запустить The Crew, пересматривал его. И я успел полностью весь фильм про Михалыча посмотреть, у меня The Crew все равно так и не запустилось. Да. А как? Не. А. Коль. Не, да. Нихуя. Вот именно так у меня и не запустилось. Бля, у меня рыбий жир в горле застрял. Ой. Ах, Коля, как же я тебе запустил? За что? Порой. Я у тебя девушку за не то, уводил ты... вроде бы. За то, что ты спал с моей женой. Вообще-то это не я был, это Георгий был, с ним разбирайся. Я его задушу. Тормозным башмаком я его... в башке дашь, да? Я его и задушу, и одновременно убью, а потом закопаю и скажу, что это съели его собаки. Добрый. Понимаешь, это все в видео, я что я буду... это все выкладывать буду, а ты такие жестокие вещи говоришь. Ребята, если что, это по тексту. По тексту. Да, да, конечно. По тексту, которого нет. Да вы не слушайте, Коля, он же все видео. По тексту, Коля, заткнись. Все по тексту, ребята. По тексту, которого не существует. Да заткнись ты уже, а то сейчас тебе гаечные ключки на вход. Я в момент музыкой закрою. Не, оставь смешно получить. Ну ладно, ты сам сказал. Mm-hmm.
Ну ладно. Слушайте, я дорожный так очень сильно бесит. Это плохо. Да. Я его включить хотел. Я тебе включу. Можем и другим путем пойти. Сейчас он колонки выключит. Или меня включит. Ну ладно, ладно. Коля, у тебя еще целая ночь впереди. Одел наушники и включился. Я дорожное радио включается, у меня этот старый приемник стоит, его на всю квартиру играет. Слышь, Коля, в каком автосалоне этот кто? Есть. Камазик. У меня он был в автосалоне МАН. Вообще странно, потому что на сайте, откуда я качал, по-моему, было написано, что в автосалоне Volvo. Ну, вроде бы, может я не... Может мне память изменяет. О, Камазик. Нашел, да? Ой, у меня тоже это дорожное радио стало играть. Вот такой офигенский. Или это ты опять включил? Нет, это у тебя в игре, у меня то же самое. Это ах ты сам. Или вместе с КамАЗом, или вместе с картой. Это ты включал. Это почему ты тогда у меня не слышно никакого радио? Вот зрители подтвердят, что у меня радио нигде не слышно никакого. Уберу каждого свидетеля, кто все-таки тогда в тот раз ты говорил не по тексту, потому что текста нет. Ребят, вы Коля не слушайте, он когда накурится, он... А я не курю, честно. Заткнись. Да заткнись ты уже. Если меня посадите, я с собой заберу. А меня-то за что? Я не соучастник, я просто собеседник. Заткнись. Животное заткнуться не может никак. Ничего, я тебе пирожки буду приносить, бутерброды. Да заткнись ты уже! Вот, ребята, вот вы мне скажите, что мне с ним сделать? О, мне либо кажется, его задушить, либо мне его... Дошик заканчивается. Дошик заканчивается, Коля, в магазин! При чем тут дошик? Ну хотя дошик тоже закончился, я уже все съел. Реально, дождь закончился. О, все, ребят, от первого лица ответ. Давайте сейчас от второго лица я на заправочку заеду, потому что мне надо как бы немножечко поспать. Ребята, никогда не ездите с Колей, это такой наркоман. Ну даже я-то как он не езжу, вы понимаете? Да, ребят, вот если вы смотрели... предыдущий сезон, то вот... Заткнись! Ой, одна шарага. Опять дождь! Эдвард, решил поспать! Понял, Коля, спать нельзя. Так я не за рулем, я остановился на парковке, поспал там часов 6 или сколько, и у меня опять дождь пошел. Еще так долго причем и спал. 6 часов, вот. Да, очень долго. Знаешь, вообще-то... Это очень. Ну, биологически, с биологической точки зрения, человек должен спать 9 или 10 часов, это идеально. А я всего 6. Не любишь ты, Коля. Что я не люблю? Своего водителя. Ну, вообще-то он у меня спит сколько надо. Тихо, я тебя знаю. Ты убьешь его. Не, ладно, че я херню несешь, это не по тексту. Ребят, это по тексту. Да, что-то реально фигово разгоняется, надо будет в порту протюнить КамАЗ. А то мне как-то совсем непривычно. Я сейчас клавиатуру просто пальцем продавлю.
А, вот, ночью хотя бы видно было, отлично. Ой. Ребята, если что, Коля любит пить. Да все знают, что я люблю пить, так же, как и ты, блядь. Я не блядь. Блядь, потому что у меня там... Да заткнись! Да заткнись ты уже! Сейчас-то я что сказал? Да заткнись! Коль, ты другого города едешь? Я... Блин, у него такое название сложное. Ладно, сейчас попробую произнести. Сейчас. Нинашамн. Это в России такой город? Это в Скандинавии. Я до скандинавского порта еду, оттуда, если груз до Питера будет, возьму, если не будет, то порожником поеду. Чё у них фары желтые? А чё так долго? А чё так долго-то? В смысле, почему долго? Что долго? Ехать долго. Ну, а что? Но это не, не, это не профессионально. Слушай, а как ты предлагаешь ехать? Я предлагаю вообще не ехать, надо остаться в Европе. Ух ты ж, как оно у меня топит. Надо движок-то с... поставил мощный. Да, Коляныч. Она так топит, она так топит, когда двигатель. Кто, нифига! КамАЗ? Да! Да! Ну вот я в порту, если там сейчас... сервис будет поблизости, притюнингую тоже. Коляныч, при тебе. До 100. Сейчас я, блин, не скажу, секунду, нет, сейчас. Ну я просто не вижу, как ты до 100 разгоняешься. Может, ты меня обмануть хочешь? Нет, отвечай, я тебе даже видео засниму, ну, сейчас. Потом в ВК пришлёшь. Просто до 100. Как цветочек едет. Цветочек. А, цветки не едут. Цветочки у нас ездят, да, и ты еще говоришь, что я люблю курить. У тебя цветочки, блин, ездят, ты еще на меня что-то говоришь. Цветочки у него ездят. Летит как-то девочка на квадрокоптере. Все, 100, вот, 100. Даже выше 100, Коряныч, за 12 секунд. Так это же игра. Ой, красный. Я в тренде за 10 секунд могу до сотки разогнаться на темп 10L. О, ну темп 10 они быстро. Да не настолько, чтобы за 10 секунд до 100. С поездом. КамАЗик вообще... Это что, у меня в Европе КамАЗ едет? А, это Ивик. Ну да, Ивика некоторые модели действительно на КамАЗ чем-то похожи внешне. Да потому что Коля игру заплатил своими КамАЗами. Конечно, делать не больше нечего. Каким образом? Никакой... Века игры вообще никакой не осталось из-за этого Коля. Конечно, во всем надо обвинять Колю. Раньше во всем обвиняли Обаму, теперь во всем обвиняют тепловозочек. Зашибись. Коля! Что? Ты педаль, на педали, когда будешь газовать, посмотри. Они двигаются, ты знаешь? Педали двигаются? Да. Сейчас мне нужно... Ну ладно, хрен с ней, с прямой дорогой. А, ну да, есть что-то такое. Ой. Я ударился немножко. Знаю. Поэтому поблагодарю тебя, Коля. А у тебя три дворника на КамАЗе? Два, как положено. А ну что, положено еще и три. Ну, вообще-то на КамАЗах трех дворников лично я никогда не видел. Во всяком случае, на этой модели. Офигеть! Я... А, если ты своим в этом хамбургере поставишь последний двигатель или последнюю коробку передач, это не КамАЗ, это самолет, да? Получается. Ну, я тогда буду не последний ставить, а что-нибудь попроще, чтобы это было все-таки как-то реализовано. Знаешь, почему? 200 километров для КамАЗа это как-то... Да, ну так я в игре ограничитель скорости поставлю, он выше 90 не будет. И чуть КамАЗ не перевернулся. Да, 200 километров на КамАЗе, это... Это у него двигатель от самолета должен быть.
Или от Сапсана? Не, Сапсана на электрический, вот. Так, самолет. Блин, я все-таки одно думаю, все-таки надо было из депо спереть столько приемник от Сапсана. Или хотя бы наушники. Где еще? Во, наушники, да, надо было взять. Как кто-то... И потом продавать их в школе. Ну там, блин, там наушники говняные, одноразовые считай. Там. Ой, да хоть какие-то, Коля. У меня, например, наушники от старого телефона, им уже почти 4 года, а нет, 3 года им. Они до сих пор еще замечательно работают, они мне радио ловят на телефоне, на них функция этого вот телефонного разговора есть, ну чтобы вот трубку снимать. Они там все еще до сих пор прекрасно работают. Так что поменять твои хочешь? Зачем туда поменять хочешь? Хочешь? От Сапсана я бы толкнул. Ну, что толкнул? Ты даже жаргонов толкнул. Не знаешь наших. Ну я ж не в Мухосранске родился. Да, у вас в Питере. У нас в Питере говорят продать. Мы культурная страна, Коля. Я вообще-то тоже из России. Нет, ты из Мухосранска. Мухосранск это в России. Это где-то в Мухосранск это в России. Успею? Коля. Успел. А, под желтый. Ладно, ребят, под желтый можно, под желтый. Все русские водители под желтый проскакивают. Это нормально, ребят. Ну-ка. Ой, я чуть... Даже машинисты под желтый по привычке чуть-чуть подгазовывают. Подгазовывают. Коля. Коль. Мне кажется, у меня соляра закончится сейчас. Мне нужна срочно заправка. Коляны. Еду по перекрестку, горит желтый. Проехал со скоростью не более 60 км. Да, да. Блин, мне заправка нужна позарез. Че? Бензина жрет много. Это ж КамАЗ. КамАЗ любит пить. Не так же, как ты. Не так же, как ты, Коль. Ты вообще за день можешь бутылок 5, наверное, выпить. КамАЗ вообще литрами пьет. Десятками литров пьет. Это ж КамАЗ. Это Шивика. Это Шивика. Почему Ивика, если КамАЗ? А почему КамАЗ, почему если Ивика? Ивика, если КамАЗ? Блядь, воткнись. Что? Блин. Я просто поддерживаю. Сейчас попутчик. Сейчас попутчик на ходу выйдет. Флаг тебе в руки. А что, скорость маленькая, 40 км в час, попробуй. Во-первых, по городу, во-вторых, я долго разгоняюсь, и в-третьих, я сейчас тормозить буду. Я в порт приехал. Я тебя торможу. И куда мне надо? Мухосранц. Двигатель стал глохнуть на КамАЗе. Бывает. Должен сервис заехать. Нифига себе. Есть какой-нибудь приличный автосервис для КамАЗа, блин, интересно. Ой, а я чё, куда это я уже? Во, всё, ой, ребят, я уже в Скандинавию сейчас переплыла. Поедем уже от первого лица нормально. Коля, а ты в Скандинавии уже? Коля, а ты в Скандинавии давным-давно уже? Давным-давно, я уже паромную переправу одну пересёк. Мне только к ней ближе. Ой-ой-ой. По встречке. Фу. Ой! Я вообще по какому-то новому городу еду, кстати. Новому ну, городу? Ну, по городу, в котором меня, в который я раньше не заезжал, я не знаю. Все, хабздек с фури. А что ты с ней сделал? Меня убивает. Меня убивает. На КамАЗе европейские номера. На КамАЗе европейские номера. Вопря. Так у меня, наверное, тоже. У меня почему-то сейчас возникло ощущение, что я прицеп потерял. Не знаю из-за чего. Это потому, что ты пересмотрел перевал Бурина. Потому что ты потому что прицеп терял у нас. Когда? Видео в прошлом сезоне. В 23-й или 24-й серии. Не было.
Было? Не было. Что? Блян. Это не по тексту. Какой текст? Ты что, меня позоришь? Не слушайте его. Не слушайте его, он просто обкурился. Более заткнись. Ох, я б тебе кишечник бы сейчас вырвал. Блин, я сейчас чуть не стошнило после твоих слов. Всякие, откуда вообще у тебя такие фразочки противные? Потому что я иду на этого, как он там, хирурга. Хирургом у нас, хочешь сказать. И не только, я буду машинистом, хирургом. Ребят, машинист и хирург одновременно, нормально. Кому-то будет плохо, я такой, тебе плохо? В смысле, какого у меня навигатор на КамАЗе? У дальнобойщиков, у этих не было навигатора. Нормас, ребят, нормас. О, вот классная разгрузочка. Да, даже коробка двигается. Даже коробка двигается. Офигеть. Так, это мои фразы. Ну и что? Что мне уже офигеть нельзя? Имею я право офигеть? Нет. Проезжаю Мальму. Стоп, а я разве в Мальму не был? Я вроде был в Мальму. Очень странно. Так, вот автосервис у нас есть. Да я вообще где? В Швеции, Финляндии. Чувак, на завтра что, понедельник? Завтра, в воскресенье. Да? Да. Да? Какого хера я уроки-то сделал? Ну что, я тоже сегодня уроки делал. А, да? Чтобы завтра. Значит, я не такой дурак. Господи, я так обкурился, я же даже автосервис не могу найти. Прям на него смотрю и не знаю, где он находится. Серьезно, мне срочно заправка нужна. О, заправка, заправка, заправка. Заглох. Заглох. Не дождешься, я заправку нашел. Заглох. А, у тебя заглох? Нет. Нет. Ну, слава богу. Сейчас маленький крып сделаем, потому что мне очень нужно заправиться. Все видят. У меня окно навигатора игрового все равно здесь присутствует. Это же не по сериалу. Это же не по сериалу, дальнобойщики. Окно. У них не было. Окно. У них не было там окна. Стоп, а я куда еду? Так извини меня, у них фильм, у них сериал. А у них сериал. А у них сериал. А у них сериал. А у них сериал. Там где пол? Есть тоже. Коля, ты мои слова, давай не бери. Мне тоже это не твои слова. Твои слова мне похуй, а я сказал мне тоже. И вообще хватит материться. Какой пример ты подаешь? Мама что ли пришла? А, тебя школьники смотрят, я вспомнил. Почему школьники? Школьники. Школьярники. Школьярники. Сам школьник, Коля. Ты сам школьник, Коля. Да, я учусь в школе, да. Я учусь в школе, я школьник. Не буду спорить. Зато я не учусь уже в школе. А, тебя что, тебя отчислили, все, ты теперь... Куда? Да, я теперь в ПТУ. Специальность грузчик. Да. Да. Все, ребята, доехали мы до заправки. Миссион комплитед. До заправки добрались. Что-то не добрался до нее никогда. Ну-ка, сколько литров у нас будет? Бензобак маленький какой-то. Ага, 250 литров с копейками. А я-то думаю, что у меня так быстро закончился. Нет, вообще-то нормально, просто, ребят, я уже к ДАФу привык, у которого бак вообще огроменный. На самом деле, как раз расстояние нормально. На 500 литров. У ДАФа, наверное, на 500 литров. У ДАФа огроменный бак. Блин, КамАЗ, не сдавай такие звуки, ты ощущение, что чихаешь. Я чуть не повернул туда, куда нету поворота по карте. То есть, поворот есть, но в игре я не могу туда поехать. Только
Тут какой-то знаешь что? Было такое, вступите в группу и получите DLC, нормально, разные ребят, DLC. Мы не на красный, мы на желтый проехали, на желтый. Со скоростью не менее 60 км в час. Наоборот, не более. Ну, не более, 20 км в час у меня было. Все нормально. Да. Вы не нарушили. И потом, все. Ребят, ну я опять говорю, все русские водители на желтый проезжают. Вот. Я не знаю. Если кто-то не проезжает на желтый, напишите в комментариях. Мне просто вот интересно, сколько вас, кто не проезжает на желтый вообще никогда. Вот прям вообще ни разу на желтый не проскакивали, если обязательно напишите, мне просто интересно. Ему в жизни таких издюлей ставят за то, что он на желтый не проезжает. Нет, мне просто интересно, сколько человек ни разу в жизни реально не проезжали на желтый. Может, пропустите меня, люди? Че, откуда ты выезжаешь? Спасибо тебе, огроменный парень. Чувак, мы не в мультиплеере играем. Ну и что? Все равно спасибо. Кому ты говоришь спасибо? Ты боту говоришь спасибо. Блин, тут тоже заправка была, я мог не делать крыл. Ты обкурился, мальчик. Да я вижу. Серьезно, надо радио включить. Я тебя включу. Я тебя включу. Я тебя выключу. Не надо. Мне страшно. Ну правильно. Если я человека выключить могу, это повод для страха. Ты меня можешь выключить? Я тебя могу выключить. Как тебе это? Попробуй. Я не хочу игру сворачивать. Мне, чтобы тебя выключить, надо игру сворачивать. Я не хочу этого делать. Тем более, у меня видео записывается. Ладно. Я тебя пожалею. Я когда закончу снимать, я тебя выключу. Я тебя выключу. Я тебя выключу. Тёма. Мы не ругаемся. Это такой это диалог. Это просто по тексту, по сценарию. Это по тексту, мам. Так, я прицеп не потерял? Нет, прицеп при мне. Блин, я из-за тебя все время боюсь, что потерял прицеп. Когда от первого лица еду. Ну ты ж не я, Коль. Ой, впереди граница, надеюсь. Как в тот раз не получится. Думал, что там пустое, а там... Оказывается. Это как ты мне рассказывал. А, вот оно. Уезжаю в Хельсингбург. Я думал Хельсинг. Хельсингбург. Ой, мужика задел. Теперь будешь 2 часа ждать ментов, чтобы разобраться. Да. Чё, стричься будете? Что? Чё тут какие-то текстурки и немножечко здесь дырочки получаются местами. Какой-то дырявый КамАЗ. Ой. Что-то вот текстурки какие-то странные, получают дырки в КамАЗе. Дырявый КамАЗ, ребят, дырявый КамАЗ. Сейчас по дырявым дорогам поедем. У меня залипание. О, знакомая тема. Почему нельзя так много раз Shift нажимать? А вообще, кстати, можно сделать, чтобы у тебя не выскакивало это. Он так за волосы цепляет, я уже попробовал. Кто за волосы цепляет? Я не буду стричься, а то вы любите мне по волосам повыдергивать. Я из вас лысеть начал. Лысый Виталик, это что-то новое. Да. Ребят, скоро на канале Лысый Виталик. Вообще, блин. Скоро реально лысым стану, буду. Дебил, кто? Да, дебил, куда ты перестраивался? Ты видел? Мама несет на тебя. Что? Чья мама на кого несется? Мама несет.
Я говорю, мамонт несется, КамАЗ это мамонт. Почему КамАЗ это мамонт? Потому что он здоровый и быстрый, а мамонт медленный. Мамонт это М62. А, как раз М мамонт. Почему Машка, если мамонт? Да, кстати, надо будет попробовать сказать Чернову. Чернов, а ты знаешь, что такое тепловоз? Мамонт. Короче, ребят, прямо при вас мы сейчас придумали новое прозвище для советского тепловоза. Не глохни. Не глохни. Молодец. Я тебя слышу. Да не ты. Едем за каким-то тупым КамАЗом. Ой, КамАЗом. Фу, фурой. Зачем ты купился Скандинавии, если ты не умеешь ездить по Скандинавии? Это ж бот. Он же ничего не покупал. А как можно не уметь ездить по Скандинавии? Если ты не умеешь ездить по Скандинавии, значит, ты вообще в принципе не умеешь ездить. Логично. Нет. То есть, можно уметь ездить по России и не уметь ездить по Скандинавии, да? Можно уметь ездить по Неваде, но не уметь ездить по Нью-Йорку, ты хочешь сказать, да? Вот то же самое. Нет. Можно не уметь ездить только по Скандинавии. Можно не уметь ездить только по Скандинавии. Где логика? Хорошо, как ты это можешь сказать? Как это не уметь ездить по Скандинавии? Это как? Не знаю. И ты еще говоришь, что я бухой. Кто набухался в честь того, что закончился сезон по Евротрак? Что-то я не набухивался. Я наоборот, я с горя пил. Тебе же девочка не дала. Ты Георгию девочке не дала, вот я как раз вместе с ним, с его горя и пил. То есть тебе тоже не дала? Нет, я друга, блин, поддерживал морально. Ты же ненавидишь Егора. Ну, повод выпить, когда есть, сам понимаешь. Ненависть превращается в дружбу. А это реально, что ты Егору в нос дал? Нет, твой брат просто сказал, нет, что ты Егору в нос дал. Нет, я ему говорил, что я ему дам в нос, но до этого пока не дошло. Пока. Это плохо. Я поржать хотел на последствия после того, как ты бы ударил в нос. Коля бы домой пришел бы в крови весь. Если Егору в нос дать, он уже ничего не сможет сделать. А если тебе в нос дать? По коленке меня ударишь? Конечно. Попробуй. Перед Гешелем. Почему ты меня перед Гешелем не ударил? Потому что тогда бы у тебя были доказательства против меня. У тебя были бы свидетели. Там же Ерастова сидела. Так она молчит постоянно, она вообще ничего не говорит. Она со мной вообще в телефон смотрела, она не видела, что мы делали. Она разговаривала со мной, конечно, грубо, потому что я не ставил ей штампик. Она тебя ненавидит, она против тебя будет указания давать, если что. Я скажу, что ты набухался, пришел Виталик, на... Виталик, вот кто тебе поверит, что я тебя мог побить? Вот просто скажи, вот кто тебе поверит? Валентина Васильевна не поверила, потому что я, блин, худой, слабый, ни с кем никогда... Последний раз дрался в пятом классе, а ты, блин, боксер. Как я тебя побью? Ты в пятом классе дрался? С кем, мне интересно? С девочкой, что ли? С кем? С одноклассником. С кем? Я думал с девочкой. Я человек воспитанный, я девушек не бью, я их только целую. Меня ты девушка? Ну? Нет. А как отвечать на? А ты еще говоришь, что я пьяный. Ну, правильно говорю. Сейчас больше похоже, что ты более пьян, чем я. Индыгай. Да, ребята, это уже не алкоголь. Это уже грибы. Алкоголь, печень моет. О, перекошенная дорога, блин. Сейчас мне стрёмно будет. Грибы завтра. Стрёмно будет. Сегодня марихуана. Не, ребят, мне реально стрёмно по такой перекошенной дороге ехать.
тем более на КамАЗе. КамАЗ к европейским дорогам не приспособлен.